В программе Word у нас было написано строчку «Все марки автомобилей». Да, для таблицы нам нужно их будет развернуть в столбец. Как нам это сделать? Ну, во-первых, нам нужно разделить все данные на отдельные ячейки. Заходим в текст по столбцам, ставим с разделителями. И здесь выбираем другой, ставим пробел. Или можно галочку напротив пробела поставить. И нажимаем «Далее», нажимаем «Готово». То есть теперь у нас каждое слово получилось в отдельной ячейке. Да? Выделяем этот текст, копируем, именно копируем, а не вырезаем. Заходим в главное, специальная вставка, и выбираем транспарировать. Да, транспарировать это обозначает то, что развернуть текст из строчки в столбец. Да, и наоборот, возможно такое же действие. Нажимаем транспарировать. И видим в итоге результат. С вами был Полянский Алексей. Если это видео было вам полезно, ставьте палец вверх. Всего вам доброго. До свидания.